И здрасте. Очередные вылазки. Но это уже не Подмосковье. Ярославская область. 21 декабря. Самый короткий день. В жопе вот такой вот бур вырос. Стартанули. Вроде как народ говорит, что земля не промерзла. Ну, пока еще не промерзла. В прошлый раз было нормально. Продолжаем исследовать местные леса и достопримечательности. В принципе, давно запланировали один лесочек здесь. Просто его посмотреть. Ничего там через него особо не шло. Граница наделана. Да, это ни о чем. По его краю все. Но посмотреть надо. Бьем подряд их всех. Соседний, который от него, очень хороший был. Ну, там и церковная земля была рядом. Непонятно, фокус есть или нет. Есть ли фокус или нет. Камера помирает. Да, я думаю, что скоро будем, дай бог. Получится, купим новую. Да, с новой камерой пойдем. Дай бог. Выдвигаемся. Смотрите, какой лес прикольный. Время 9 утра. Твою мать. Походу опять стаб не работает. Ладно, будем снимать. Земля. Ну, короче, видите. Мягкая-мягкая. 21 декабря. Лес классный. Хотя бы просто погулять. Особо, как всегда, ни на что не рассчитываю. Потому что вообще не запланировано. Тут часть леса прошли. Ничего. Часть леса прошли. Даже черных сигналов нет. Тишина. Здесь вроде наткнулись на какой-то накат, что ли, был когда-то. Пошли черные. Что-то там. Что-то там. Ну, просто пластинка. Продолжаем разговор. Зимний коп, знаете, чем особенен в лесу? Тем, что постоянный сумрак, очень плохо видно. В таком случае я очень плохо вижу вот в такое время. Первая монета. Ну, на безрыбье. Что-то позднее. Какой-какой? 66-й годик, копеечка. Убираем хабарницу. Так. И раздался из недр земли. Благоприятный сигнал. Вот она лежит. Убираем. Скорее всего, совет. Что-то диорамочник, наверное. Фокус. Нет фокуса. Да елки-палки, кто ты? Ну да, на рамку похоже. Потом будем отмывать. В любом там где-то пошится. Так. Рыли-рыли. Вот там сейчас нашли полянку. Куча железа, кованых гвоздей и медная проволока одна. Чуть-чуть сместились. 61-й год, 15 копеек. Рамка. 61. А, угу. Понятно. Вот он так и бил. Вот. Все, нет. Дуб стоит здоровенный. Веточка свисает, как стремя конское. Прикольно. Там больше ничего нет. Интересно. Говорю.
Чего там интересного? Ладно. Молчит. По сути, дорога идет, вот эта граница, она вот так идет. Ну. И вот туда. Ну. Куда идем? Дофига он будет. Туда. Туда к машине, в сторону машины. Ну а что нам к машине-то идти? Вон туда. Идем туда. Так вот примерно и получается. Ходим, копаем черный сигнал. Если начинает попадаться каванина и всякое, и всякое, то шансов найти что-то интересное больше. Больше, конечно. Потому что дорогу здесь определить сами знаете, каково. Лес уже поменялся 2-3 раза. Фольга, да? 7-8 плюс фольга. Давайте посмотрим на камеру. Лес офигенный. Тепло. Ну, это может быть советская фольга, даже не участки здесь рядом. Запросто. Более чем. Более чем, скорее всего. Лосики тут кору драли с деревьев. Сейчас покажу. Блин, с фокусом вообще не лады. Во. Ах ты, блин, зараза. Чего там? Чего? Это советская фольга. Фольга, да? Ну, вот так вот. Ладно, исследуем. Исследуем, исследуем. Вот, приближаемся к какому-то оврагу. Вон там, за завалом. Здесь какой-то чепужатник опять начался. Сейчас мы его перелезем и попробуем посмотреть, что там за овраг. Где? Пойдем. Вот как зачастую выглядят старые дороги. Завалы. И частично прогалы. А у Люб там в сторонку кусок подковы. Как всегда, буреломами. Продолжение вот этой дороги. Идем по ней. Есть. Ну, для зимы, в принципе, это, в общем-то, вполне себе радостный. Как бы что-то там. Копейка 57-го. Ладно, отмоем, прикрепим, если нормально. Интересную хреновину откопали. Покажу. Я, честно говоря, даже не знаю, что это такое. Возможно, что что-то от телеги. Рядом с этой кочергой монетка вышла. Нет, это Николай Первый. Ого, Николай Первый. Полушка, да? Убитая. Господи. Это лужа. Сейчас попробую снять. Да. Такая вот липусечка. Вот она, дорога. Дорога повернула в обход болота. О, замерзла. Сейчас вот направо, потом вот дальше туда налево опять. Фокус-то где? Ха! Кричу тут от счастья. Серебро! Хо-хо. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас засниму. Годик. 819-й, по-моему. Отлично.
Краток, к сожалению, зимний день. Время второй час, уже начинает пыл сумрачно, и опять сумрачно. Продолжаем двигаться в сторону ельника. Машина вот там правее. Находок пока больше нет. Вот эта часть леса вообще тихая. Здесь даже чернины практически нету. Пройдем сейчас по ельнику. Идем. Выдвигаемся из ельника в сторону машины. Ну ладно, для зимы и так хорошо. Солнце такое низкое-низкое. Туч свинцовый. Сейчас какая-то медная пластинка выскочила. Там какая-то дорога начинается. Непонятно. Непонятно. Конина. Первая сегодня. Есть конина. А есть слонина, а есть тракторина. Тракторина, мне кажется, я сегодня тоже откопал. Мне кажется, что железка все-таки трактор. Нифига, не знаю. Кто знает, скажет. Прикольные грибы. Хорошие. Интересно смотрится. Что это? Подстава. А, пробочка. Она, видно, еще кружком лежала. Пивная. Наверх. Извинела, естественно, не замечательно. Забираем. Всегда забираем. Мы вам советуем. Нашли среди ельника такую холмину. С ямами, с такими, с провалами. Прям вот четкое возвышение. Такой вот ножичек. Ну, это понятно, что не древний, но прикольный. Ну что, друзья, сидим в ельничке рядом с машиной. Вот так мы сегодня с вами погуляли. Надеюсь, порадовали. 6 монет. Ну, в принципе, то, что нормальное вы уже видели. Ну, серебро-то точно нормальное. Я особо не ожидал. Ходили 5 часов. Прекрасное время провели. Красота. Не заканчиваем еще. Пока вроде морозов не обещают. Я думаю, что на Новый год будем копать. Там видно, конечно, будет, но хотелось бы 1 января, как в позапрошлом году, с пятака начали первым сигналом, пятак катит, бабах, 1 января в 9 утра или в 10, что я уж не помню. Вот. Делитесь видосом, если не сложно, а нам будет очень приятно, да и полезно каналу. Ставьте всякие пальцы разные, кому нравится, кому не нравится. Вот, на этом откланиваемся. Ну и всем пока.